29 ноября Церковь празднует память святого апостола и евангелиста Матфея. Апостол-евангелист Матфей – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Также он автор первого Евангелия, благой вести о жизни, проповеди, смерти и воскресении Господа. Апостол Матфей был мытарем, сборщиком налогов. Иудеи не любили мытарей, считали их предателями и нечестными людьми. Слово «мытарь» стало синонимом слова «грешник». Но Господь позвал Матфея, и сборщик налогов последовал за ним, оставив все. В своем Евангелии апостол Матфей прежде всего раскрывает тайну воплощения Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Поэтому в Евангелии от Матфея так подробно рассказывается о Рождестве Господа. Апостол доказывает, что именно Иисус Христос – прямой потомок Авраама и Давида, обещанный Царь Израилев и Спаситель мира. В изданиях Библии и Нового Завета Евангелие от Матфея всегда идет первым, и чаще всего именно с этого текста верующие начинают свое знакомство с событиями жизни Господа, Его делами и проповедью. Очень важно помнить, что Евангелие – это живой голос Спасителя, Слово Божие, переданное нам Его ближайшими учениками. Для христианина нужно не просто читать Евангелие и знать его, но воплощать евангельские слова в своей жизни. Поэтому читать евангельский текст нужно с верой и молитвой.